Анналилин Басад. Мы сегодня перебирали наше видео в компьютере, который у нас есть, и нашли, представляете, что? Как Басик ездил в Румынию. Да, я ездил в Румынию с Лилой, и мы там снимали видео себе на память, даже не для канала оказалось. Всякие смешные. Мы вам их сейчас покажем. К нам с тобой такой кусочек, где к нам подошел такой какой-то один мужчина на улице и заинтересовался, только он говорит на другом языке, поэтому мы его ничего не понимали, но мы поняли, что я ему понравился. Он даже с нами сфотографировался, а мы сняли небольшой кусочек, как он фотографируется со мной. Вот так вот интересно на нас реагируют на улице. Посмотрите все сейчас. Еще там была детская площадка, я там танцевал под музычку. Ля-ля-ля. А я тоже так хочу, я еще не был. А, нет. Я не помню, я был в Румынии или не был. Нет, не был еще в Румынии. Я был только в Египте. Да, но скоро ты тоже, может быть, поедешь когда-нибудь в Румынию. Ну да, будем ждать. Ну что, давайте смотреть. Тедюх, тедюх! Тедюх! Подписывайтесь, и вы увидите еще много интересных видео. Пока-пока!